Добрый день, друзья! Сегодня у нас 31 июля 2023 года. Город Воронеж. Покатаемся немножко по городу. Посмотрим из окна автомобиля. Вот въезжаем мы на Новограсовский мост. Перед нами Чижовка. В Воронеже сегодня жарко, где-то около 30 градусов. Ветра практически нет, так слегка. Иногда колыхнет. На небе беленькие небольшие облака. Въезжаем на улицу 20-летия октября. Приезжаем к Чижовскому плацдарму. Справа новый дом вырос на месте снесенного. Слева завод электроприбор бывший. Остановка Некрасова. И улица 20 лет октября. Подъезжаем к цирку. Thank you.
Поворачиваем на улицу Краснознаменная. Перед нами улица Краснознаменная, самое ее начало. Пересечем сейчас улицу Челюскинцев. Совсем в недалекие времена улица Краснознаменная была чисто частный сектор. Пару было многоэтажек, не более того. А сейчас вот растут корпуса. И слева, и справа краны стоят. Частный сектор сносится активно. Кран стоит на бывшей территории завода «Пластмасс». Уже растет очередная многоэтажка. Подъезжаем к перекрестку с Чапаева. И движемся дальше по Краснознаменной. Вот влево уходит улица Летчика Колесниченко. Продолжаем движение по Краснознаменной. Вот слева стадион «Чайка» проехали. Справа госпиталь. Слева Академия Жуковского. И подъезжаем к Большому перекрестку. Здесь встречаются улицы Грамши, Краснознаменная, Матросова и Острогожская. Поворачиваем на улицу Острогожская.
Давненько я здесь не был. Вот вместо трамвайных рельсов появилась велодорожка. И перед нами улица Острогожская. В основном частный сектор, не знаю, изредка вот небольшие домики появляются, больше двух этажей, много предприятий, вот по левой стороне сейчас в основном идут. А с правой стороны частный сектор. Дорожка практически до бывшего кольца трамвайного. Какое-то предприятие выросло, не было его раньше. Жилая застройка уже закончилась. Впереди у нас дачные участки. Вот за тем зеленым лесочком. Ровненький асфальт, скорее всего, не очень давно положенный. Дачные участки пошли с правой стороны.
дальние, ближние сады. Солнышко немножко спряталось. Приятие какое-то.